Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. В Орлове перед судом предстанет виновник крупного ДТП Александр Лузянин. По его вине погибли три человека. 30-летний пьяный водитель Мазды на трассе не пропустил грузовик Мерседес. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. В тот день пьяный Лузянин возвращался домой с дачи вместе с друзьями. На повороте в Орлов он не пропустил грузовик. От удара легковушку разорвало на части. Экспертиза установила, что водитель и все погибшие пассажиры были пьяны. Сейчас расследование завершено, Лузянин признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Кировские полицейские задержали 40-летнего вероятного мошенника из Омска. Мужчина подозревается в присвоении денег путем так называемого «залома купюр». Несколько преступлений произошли в магазинах Кирова. Пересчитав купюры, продавец не замечал, что не хватает еще одной купюры. Вероятный виновник снова взял пачку в руки и стал пересчитывать деньги сам. В это время, как видно на записи, ловким незаметным движением он забрал часть денег в карман. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый задержан. Дуэт пьяных водителей задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Мостовицкой. Они по очереди катались на «Ладе» 99-й модели. Один задним ходом, второй на первой и второй передаче. Впрочем, после задержания друзья сильно поссорились. Слышь, гражданин, тебе все, Саня, пойдем. Ты ездил, а я сидеть буду за тебя. Понял, нет? Я тебе. Александр, не выражайтесь, Александр. Водители отказались от экспертизы, теперь бесправникам грозит административный арест до 15 суток.